Все наверх приготовиться убрать паруса. Паруса укатать! Живее, парни, живее! Флаг американских штатов поднять! Отдать якорь! Есть 37 градусов 40 минут северной широты. 122 градуса 15 минут западной долготы. Есть 122 градуса 15 минут западной долготы. Счастливого плавания. До свидания. Почту немедленно на корабль. И не вздумайте в трактир заглянуть. Не извольте сомневаться, ваше благородие. Летом доставим. Смотри у меня. Гарсон, a goblet for midshipman. Квика, квика. Присаживайтесь, Владимир Алексеевич. Какую я принес вам новость, господа? Одно удивление. Новость? Ваше здоровье, господа. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Не томите, мичман, не томите. У нас на судне будет пассажирка. Как пассажирка? Пойдет с нами до Гонконга. Пассажирка на военном судне? И даже две. Молодая барынька и горничная. Тоже молодая. Уж не плод ли это твоей фантазии, сэр? Откуда она вдруг объявилась? Где это вы все узнали, Владимир Алексеевич? Я сейчас видел пассажирку у консула. Она приезжала с горничной выправить бумаги. Меня представили ей, и мы с ней говорили. О-о-о. Говорили они. И, кстати, капитан в это время был у консула. И? Господа, скажу я вам, наш-то капитан... А что? Губы распустил, ля-ля-ля, ходит вокруг, словно кот около сливок. Консул попросил взять этих дам до Гонконга, так он тут же согласился и предложил ей свою каюту. Да. Ах, царица чуть-чуть кивнула головкой. Этого не хватало, бабы на корабле. Ну а как она собой, барыня? Да чудо, что такое, ослепительная красавица, улыбка чарующая, взгляд. Стройная сложена божественно, бюст роскошный. А ручки, господа, ручки такие маленькие, с ямочками. Вот посмотрите, дедушка. А что смотреть-то? Не, что я юбок не видел. А ты уж, видно, того, втюрился в пассажирку. Ну, и ты втюришься, как увидишь. Даром, что жених. Я не такой влюбчивый воробей, как ты, Цветков. Они американки, что ли? Нет. А кто? Чистейшие русские. Да. Она была замужем за американцем, инженером Кларком. Он зачем-то приезжал в Россию, ну и влюбился в русскую красавицу. Это понятно. Понятно. Приехали в Калифорнию. 5 лет жили счастливо, и тут американец потерял все свое состояние на спекуляциях с золотыми приисками. И в отчаянии пустил себе пулю в лоб. Не болван ли? Положим, болван. Дальше что? Теперь ее потянуло на родину. И вот она возвращается в Россию, отказав 3 богатым женихам. Ага. Значит, эта пассажирка... неутешная вдовушка. Но-но, полегче. Репутация, по словам консульши, она безупречной. Да-да-да. Ее здесь так и зовут, мраморной вдовой. Угу, да. Да ну вас, господа, с вами невозможно разговаривать, у вас одно на уме.
А у вас, надо полагать, другое. Господа, господа, прошу вас. Предмет еще не появился, а вы уж петушитесь. Прибытием, Петр Никитич. За время вашего отсутствия на корабле... Зайдите ко мне, Степан Дмитриевич. Послезавтра на борт прибудут две пассажирки. Да, пассажирки. Вдова американского инженера Вера Сергеевна Кларк и ее горничная. Я понимаю, неприятно возиться с бабьем на судне. Ну, что делать? Нельзя было отказать? Нельзя было отказать. Консул очень просил. И вообще, дам заслуживает уважения и покровительства. Я отдаю ей свою каюту, а сам помещусь в рубке. Дас приходится в рубке, не особенно приятно, да и вообще. Не люблю я дам на военном судне, но нельзя было отказаться. Так что, Степан Дмитриевич, я прошу распорядиться, что хотя бы пока в присутствии дам, боцмана и унтер-офицер воздержались и не ругались во всю Ивановскую. Слушаюсь. Ну и особенно этот боцман. Матвеев? Ну, медная глотка. На баке хоть топор повесь, как ругаются. Да и офицеры пусть придержат язык. Ни одной команды не могут кончить без прибавлений. Степан Дмитриевич, 3 недельки всего потерпеть. Мичманам и гардемаринам скажите, знаете ли того, чтобы не гонялись за горничной, как кобели, с позволения сказать. Военное судно надо помнить. Петр Никитич, еще приказания будут? Да кажется, более ничего. Снимаемся на рассвете через 2 дня. Степан Дмитриевич, а знаете ли, пассажирка ты наша, тавос, прехорошенькая дамас. В глазах у нее что-то такое, как в океане. Штиль-штиль, как заревет, так прямо бери все рифос, штучка. Босыми перед барыней не ходить. И чтобы во время работ не гугу. Слышите? Слушаемся, ваше благородие. Смотрите же. Особенно ты, Матвеев. Загибаешь такие слова, черт знает откуда у тебя берется всякая ругань. Буду остерегаться, ваше благородие. Только позвольте доложить. Что доложить? Осмелюсь доложить, что вовсе отстать никак невозможно, ваше благородие, как перед истинным Богом докладываю. Дозвольте хоть тишку, чтоб барн не услыхал, да не вмерла с перепум. Она, видать, пужливая, будто борзая сучонка. Тишком. Ты тишком так орешь, что на юте слышно. Ты пойми, Матвеев, это дамы, а перед ними нельзя языком-то поскудничать. Точно так, ваше благородие. Известно, дамы. То-то и есть. Не посрамите. А то командир за это строго взыщет, да и я не поблагодарю. Ступайте. Тишком. Игнатий Афанасьевич, голубчик, помилосердствуйте. А шо? Нельзя же, на судне будет дама, а вы... Ну, посмотрите. От бисова шельма це Иванова. Ну, я ж давно наказал зачинить. А сам сюртук, что подумает пассажирка? Та хай вона думает, что хочет. Нет, что, Игнатий Афанасьевич, поддержите честь корабля. Ради бога, сюртука вам нового жаль, что ли? Та я совсем не выйду ее встречать. А если она будет в кают-компании? Наконец мы ее пригласим. Уж вы не спорьте, Игнатий Афанасьевич, ей-богу, не поленитесь, переоденьтесь. Едет, стал быть, к нам генеральская дочь.
Черт их принес, шалохвосток этих. И поверьте, такой моды, братцы, что не может ни одного бранного слова услышать. Вот услышит, и сейчас же слезы. Ишь ты, жар-птица, объявился. Не видывал, стал быть, матросов, а? А вот с ней, братцы, с ней ее горничная. И мой мичман сказывал, будто парсистая девка такая, ну, будто мамзели. Ну, одно слово крали. Погоди, Егорка. Погоди, и что это, горничная американка? Нет, православная наша, из России привезена крестьянской девушкой. Но жившей в Америке этой мамзелистой стала. Ну, хорош-то харчах. Мясо, белый хлеб каждый день, народ в пинжаках. Погоди, значит, русская. А давненько мы русских девок-то не вязали. Небось, Сижиков, и здешним мамзели понравились, а? Ну, что я могу сказать? Народ чистый. Чистый. Ну, вот только одна беда. Ни ты ее, ни она тебя понять не может. Это как что? Так вот. Ну как? Very good, да very good. Very good, да very good. Very good, да very good. И костлявый. Степан Дмитриевич, разрешите с катером съездить встретить гостей? Так ведь уже назначен. Гардемарин, Литков. А Васенька охотно уступает мне свое право. Не правда ли, Васенька? Да, я очень рад не ехать. Я не умею общаться с дамами. Так разрешите, Степан Дмитриевич. Я, по крайней мере, уже знаком с пассажиркой. Нет уж, давайте вы сами, Владимир Алексеевич. Спросите капитана. Что же, спрошу. Эка тебе не терпится юбку-то увидеть, Цветков. Не лезь! А вы, батя, все спите в своей каюте? Больше спишь, меньше грешишь. Разрешите, Петр Никитич? Что прикажете, Владимир Алексеевич? Позвольте, Петр Никитич, ехать с катером вместо гардемарина Литкова. Это почему-с? Со шлюпками ездят гардемарины, а вы, кажется, мичманс. В таком случае, позвольте, Петр Никитич, просто поехать встретить пассажирку. Быть может, ей понадобятся услуги какие-нибудь. Что еще за встречи? Какие такие услуги? И как вы позволили себе обращаться к капитану с таким вздором? Вы офицер на военном судне, а не какой-нибудь, с позволения сказать, годовалый понтес. Я полагал, что вы... А вы не полагайтесь! Не полагайте! Ишь! Разрумянились-то как? Я полагаю, это до службы не относится. Все-с. Относится к службе. Все. Можете идти. Ну что, едете на пассажирку-то, Владимир Алексеевич? Какую еду? Еще разнес? Фу, за что? А вот подите, раскричался, словно оглашенный. Надушились, говорит, расфуфырились. Ну тут-то ему задало саже. Фу. Какое ему дело, надушился я или нет? Кажется, ничего нет позорного встретить даму. А главное, сам-то он ради пассажирки и надушился, и усы нафиксатурил. Вот увидите, дедушка, за что же мне-то попало? Еще не так попадет, Владимир Алексеевич. За какие такие дела, дедушка? А из-за пассажирки. Она-то тут при чем? А при том, что посойдете вы все с ума, вы уж горячку порите. Она еще на борт-то не вступила, а приедет, так вы и вовсе друг дружку ревновать-то будете. Она ни на кого из нас не обратит внимания, дедушка. Тогда вы и вовсе все взбеситесь. Вот попомните мое слово. Смотрите же, идолы, чтобы, значит, худого слова не боже мой. А то я вас всех, сукиных, мать вашу, детей, сквозь задницу наизнанку выверну! Понял! Матвеев! Сукин ты сын! Ты что, жизнь вверх со мной делаешь-то, а? А тебе самому потроха там в
заверну! Последний раз, ваше благородие, чтоб, значит, лучше запомнили! Смирно! Здравия желаю, добро пожаловать на борт! Петр Никитич. Добро пожаловать, Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, капитан. А с нашей гостьей вы уже знакомы. Вера Сергеевна, благодарю добро вас. Пожаловать на борт. Добрый день. Прошу вас. Старший офицер Третьяков. А это наша гостья. Вера Сергеевна Кларк. Не обижайте ее, Степан Дмитриевич. Окажите ей все наше русское гостеприимство. Весьма польщен увидеть под знойным американским небом прекрасную соотечественницу. Мне просто не верится, что я в России. Если бы вы знали, господа, как я рада, что вы меня взяли. Штурман Хитровал. Лейтенант Гончаров. Лейтенант Бакланов. Мичман Воронцов. Мичман Цветков. Гардемарин Касаткин. Капитан-артиллерист Вавилов. Что же вы не встретили меня, Владимир Алексеевич? Судовой врач как обещали. Нельзя было. Если б только мог, Вера Сергеевна. Отец а впрочем, и Васенька вас отлично довез. Предлагаю, не правда ли? Мы отлично доехали. Отлично. Осторожненько. Вот сюда, пожалуйста. Благословите, батюшка. Благослови тебя, Господи, дочь моя. Вера! Стоп! Оттягивай на себя! Сетку распустить! Шевелись! Здравствуйте, мадемуазель. Прошу вас. Хорошо. Пожалуйте. Тихо. Картина. Прошу сюда. С приездом. Здравствуйте. Спасибо. Прошу. Сюда. Как у вас тут хорошо. Для вас. Постарались. Потому как теперича каюта эта в вашем с барыней, можно сказать, полном распоряжении. Спасибо. Простите, как извольте вас величать? Аннушка. А по батюшке? Егоровна. А вас как зовут? Иван Матвеев Чижиков. Угу. Мы нижегородские будем. Нижегородские, а я московская крестьянка Иван Матвеевич. Но вы вовсе на американскую даму похожи, Анна Егоровна. Ну что, тут все так по-дамски ходят. Что прислуга, что барни. А это, стало быть, каюта и зал. И кабинет. И столовая. Прекрасно. Тут и спальня имеется. Пожалуйста. Спасибо. А сбоку ванная. К примеру, искупаться. Что это? Пожаркости. Извините. А вот тут капитан занимается. Репорты пишет в Россию. Как, мол, по морям, плаваем по океанам. Ой, а это для чего? А, это с машиной разговариваем. А вот там, Анна Егоровна, по картам, со штурманом, путь. Значит, прокладываем. Как
кораблю плыть по наблюдению солнца секстантом. Можно я? Ух ты! Вон как! Славно у вас тут, ровно как в городе каком. Нельзя иначе. Командирское звание. Да. Тут и для вас каютка имеется. Тесноват маленько. Вам, при вашей, можно сказать, деликатности, следовало бы другое помещение. Да не, барни, потеснюсь. Всяко жили. А я, значит, Анна Егоровна, назначен к вам с барыней. Буду приходить сюда, справлять свою часть. Позвольте на стол накрывать. Кушать подавать. Все как следует. Да я вам помогать стану. Как же я рада, что Господь привел возвращаться в Россию. Совсем ведь на чужой стороне. Стысковались. Все в Америке жили? В Америке. И говорить по-ихнему умеете? I can. Of course. Чего? Ну, умею. 5 лет ведь прожили. Да. Ишь ты. Поди, трудно было научить? Да вовсе не трудно. А вы? Эх. Извините, Анна Егоровна, не замужем? Да пока нет. Нет, люди там хорошие, добрые. Да только вот чужие больно. Даже крестится не по-нашему. А ой, вы, Иван Матвеевич? Холостом звание состою, Анна Егоровна. Я пойду. Скоро обед, капитана. Будет какие-нибудь приказания? Не, не беспокойтесь, нет. Очень даже лестно вам услужить, а не то, что беспокойтесь. Нет. Я пошел. Ступайте. Иван Матвеевич! А? Жакетик. А? Да, запамятовал. Да, запамятовал. Вера Сергеевна, отведайте-ка варенье, брусничное, самой России, братец. Слушаюсь. Вы позволите, Вера Сергеевна? Прошу вас. Господи, как я рада. 5 лет не была среди русских. Да, с такими любезными мужчинами. Время пройдет, Вера Сергеевна, незаметно. Мы употребим со своей стороны все старания. Я уверен, Вера Сергеевна, что наше плавание будет превосходным, и никаких штормов не будет. Отчего же? Вы принесете нам счастье и удачу. Какие они простые и добрые, эти военные моряки. Известно, добрые. Только уж больно глазастые. Верхнюю шторку закрой. Долго ли нам плыть-то? Спрашивали. Штурман сказал, 3 недельки. Через 3? Вон как. Чё оттуда? Из Гонконга-то. Столько же на вольном пароходе-то. Да, не дождемся мы встречи с родной землей-то. Я
over the sea. My money lies over the ocean. I'll bring back my body to me, to me. Good morning, Mrs. Clark. Я вот тебе дам good morning. Доброе утро, Аннушка. Доброе утро, Вера Сергеевна. Ну что, пошли? Отходим, слава тебе, Господи. Прощай, Америка. Так, умываться, одеваться. Якорь выбирать. И к черту завтра. Прямые паруса на фоке ставить! На грот Ашкот и Галс! Грот ставить! Раз, раз, раз! Ищу, ищу, ищу! Это орудие крепить по позорному! Кидовый гординя раздернуть! Шкоты выбирай! Я вам не помешаю? Да нет. Проходите, Вера Сергеевна, проходите. Отлично, ребятушки. Шлянка выходит. На флаг! Смирно! Флаг поднять! Все паруса, курс вест, зюидвест, ветер 3 балла, ходу 6 узлов. Вахту сдал исправно. Вахту принял исправно. Хорошие вахты. Благодарю вас. Доброе утро, Вера Сергеевна. Доброе утро, Александр Васильевич. Доброе утро, Вера Сергеевна. Доброе утро. Как спалось на новом месте? Отлично, Владимир Алексеевич. Долго ли будет длиться наш переход? Дедушка говорит, недельки 3, а если повезет, и 4. Что значит, если повезет? Будто не догадывается, Вера Сергеевна. Сколько бы он ни длился, для меня он пролетит, как один день. Владимир Алексеевич. Счастье видеть вас. Владимир Алексеевич, капитан. Прошу прощения. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Доброе утро, Петр Никитич. Завтракали? Нет, еще не успела. Прошу составить мне компанию. Ступай. Чижиков. Позвольте, Вера Сергеевна. Я вам очень благодарна, Петр Никитич, за то, что вы согласились взять даму на военный корабль. Я знаю, что это плохая примета. Но чего не сделаешь ради очаровательной пассажирки. А примету мы перехитрим. Ha, 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 ha,
Тише, ребяточки, тише. Причастись, Захарыч. Ну! Будто Христос босиком по сердцу прошелся. Ну что, вкусно, ребяточки? Благодарствую. Герой. Спасибо. Благодарю. Ананас. Шампанского. Вера Сергеевна, просто нет слов. Я подумал, может быть, организовать здесь у нас концерт? Как-нибудь. Прекрасная идея. Нет, Степан Дмитриевич, я пока не готов концертировать. Жаль. Хлыщ нахал. Так что же ты теряешь? Сиди тоже что-нибудь сыграй или спой. Господа! Еще и еще раз за нашу очаровательную гостью. Ура! 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 Дюйдвест! Так держать! Есть так держать! Спите, черти! Никак нет! Смотрите у меня. Я разбужу. Вперед смотреть! Есть! Смотрим! Время? Третья склянка выходит, ваше благородие. Команду будить? Буди. Есть. Вставать, койки вязать, живо! Сюда, парень.
Палуба должна блестеть, как лысина у капитана. Вот, хорошо. Трай покрепче. Вера Сергеевна. Доброе утро, Владимир Алексеевич. Что это? Прочтите. Нет, умоляю вас, потом. Что за тайны, Владимир Алексеевич? Я прошу вас, Вера Сергеевна. Господин Мичман, полюбуйтесь, клевера полощет. Ветер только что зашел, Петр Никитич. Прошу запомнить, это военное судно, Никифор Шантанович. Боцман, куда смотришь? Шкоты клеверов выбрать в тугую. Товс. Ноль. 78. 41 минута. Иван Иванович, 200 или больше? 222 мильки пробежали за вчерашний день. Отлично идем. Подлинно вы нам счастье принесли, Вера Сергеевна. Вы мне комплименты стали говорить? С каких это пор? Вы, кажется, не любите дам на корабле. Разболтали наши молодцы-то. Эки сороки. Ну что ж, скрывать не стану. Говорил в этом роде. Точно-с говорил. А почему же не любите? Или вообще женщин не любите? Что вы, Вера Сергеевна, полноте. За что ж мне дам не любить? У меня в Кронштадте свои дорогие три дамы остались. Да-с. Жена и две дочери. Напротив, я почитаю и уважаю дам, таких особенно, как вы. О, и вы, дедушка того. А? Что? Иду из лазарета и вижу. Что вы такое видели? И вы начали приударять за пассажиркой, а? Скрылась. Семенуха ушла с капитаном. Ой, отравит он и жизнь своими старыми анекдотами. Иван Иванович, как вы любезничали с барынькой-то, а? Ловко. Что? Да полно вам вздор-то брать. Это мичманам-то таким вот соврасом, как вы, пору любезничать, а не мне. Я и рассказал, сколько мы прошли миль. Рассказывайте, Иван Иванович. Видел я пассажирочку. Что вы видели? Приаппетитненькая, да? Ручки, ножки, бюстик. Глазенапы-то запускали на глазнежную шейку, а? Признавайтесь. Бесстыдник, еще женатый. Вот вернемся же, нет, расскажу. Ну что ж, рассказывайте. Грех разве любоваться на чужой товар? А ну вас, отстаньте!
Ивлев граф Иванович, довольно. Дробь! Орудие разрядить! Важно полили, Евграф Иванович. Не напугали мы вас, Вера Сергеевна? Что-что? Понятно. Молодцы, ребята! Пушки заложила, но это пройдет. Крепить по-походному! Здравствуйте, граф Иванович. Мое почтение, Анна Егоровна. Видели наши стрельбы? Ой, ужас, как испугалась-то. Все коленки разбила. Упала прям со страха-то. А не хотели бы, Аннушка, мою каюту посмотреть? Канарейку вместе послушаем. Граф Иванович, я господам морякам в каюту не хожу. Я... Пропустите меня лучше. Здравствуйте. Аннушка, какая же вы нынче хорошенькая. Пропустите меня, молодой человек. Не пропущу. Я бар, не пожалуюсь, она капитан скажет, ишь ты. Нет, не пожалуйтесь. А чего ж не пожалуюсь-то? А на что же вы пожалуетесь? На то, что я любуюсь вами? Это же не запрещено. Позвольте, я уж косичку поправлю, она у вас прелестную шейку закрывает. Ух ты какой! А мы что, стоим? Да, это называется корабль в дрейфе. А что там за веселье и без нас? Это зрелище не для дамских глаз, Вера Сергеевна. Матросы развлекаются. Куда поплыл Черепков, мать твою, по голове? Акула муки оторвет! Назад! Назад, сука! Евграф Иванович, заткните нашего боцмана его медную глотку! Ну я же предупреждал! Есть! Вы простите, Вера Сергеевна, за их невыдержанность. Ни слова, ни слов без прибавлений. Не волнуйтесь, Петр Никитич. Я в морских терминах не разбираюсь. И слава богу. Матвей! И слава богу. Сучий ты бодрог! Засунь свой поганый язык в свою грязную задницу! Я думаю, достаточно. Василий Аркадьевич. Закончить купание. Все на борт. Тут налетела волна и подхватила меня. Господь помиловал. Откинул на другую сторону и у пушки на шканцах задержала. Ну и ребята помогли. Здрасте. Думал, конец. Недаром говорят. Кто в море не бывал, тот Богу не маливался. После... Офицеры рассказывали, что ураган этот краешком захватил наш клипер. А попади мы, мол, в середину, быть всем на дне. Я теперь всю ночь спать не буду. А вот нас-то это вот самое, вот, ну, штурма-то не затронет? Да это вряд ли. В такое время шторма редко бывает. Разве что, ну... Потреплет чуть-чуть. Ну да и я рядом, Анна Егоровна. Пропасть не дам. Вы ручки-то все-таки придержите. Я и так уж вам много воли дала.
Уж больно вы облестить на ней голову. Держаться невозможно. Иван Матвеевич, вы все-таки держитесь. Ну, уж и так стараюсь. Да. А что у вас? Вон сережка-то в ухе. Ровно как у барышни какой. Что это? А это, Анна Егоровна, означает, что матрос, к примеру, как я, в дальний побывал. Вокруг всего света оплыл, и все шторма и ураганы на себе испытал. Просоленный, стало быть, моряк. Вон как. А у вас, Анна Егоровна, ушки тоже проколоты. Да, проколоты. Проколоты. Вот придем к Гонконд. Я тебе, Аннушка, супиновые сережки подарю. Так, какие будут приказания насчет барыниных ботинок? Прикажете починить? Почини. Угу. Ой, уж лукавый ты парень, Ванюшка. Однако, все голые? То-то. Голенькие. Признаюсь, люблю, знаете ли, натуру, не извращенную никакими костюмами. Пёстеешь. Что? Какова коллекция, а, Евграф Иванович? Ведь тут, батюшка, представительницы всех наций. Дорого дали за такую покупочку, а? Не дешево, но ведь за ту вещь. Я вам не помешаю, Владимир Алексеевич. Капитан ведь спит. Вы помешать? Какая славная ночь. Спокойной вахты, Владимир Алексеевич. Как вы уже уходите? Нет, ради бога, еще несколько минут мне... Мне надо вам сказать кое-что. Что такое? Простите, Вера Сергеевна, я, конечно, не смею спрашивать. Ну, хорошо, спрашивайте. Заранее прощаю. Вам нравится Мичман Воронцов? А вам зачем это знать? Зачем мне знать? Мне? Да вы что же, разве не видите? Разве не чувствуете, что я... Прекратите. Я рассержусь, если вы сейчас станете говорить глупости. Вы немножко увлеклись. Вообразили уж бог знает что. Мы скоро расстанемся. А вы также скоро забудете про свою блажь. Лучше останемся добрыми друзьями. Вы же знаете, что я к вам расположена. Так вы не верите, что я вас люблю? Не верите? Хотите, сейчас докажу? Повторите еще раз, что не верите, и я буду в море! Немедленно спускайтесь оттуда! Я умоляю вас! Спуститесь! Боже мой, какой вы сумасшедший! Ну что же мне делать с вами, глупый мальчишка? Ответьте же, Вера Сергеевна. Ну? Нравится вам Мичман Воронцов? Да с чего вы взяли? Нет. И милорд не нравится. Вот нашли. И Бакланов? Так значит, никто? Никто особенно, но вы более других.
Не зря мы с вами приятели. И останемся. Если вы не станете больше делать глупости. Обещаете? Царица. Вера Сергеевна. Молчите. А теперь дайте мне пройти. Прикажете чаю, ваше благородие? Нет, ничего не хочу. Ступай! Погоди! На вот тебе доллар. Премного благодарен, ваше благородие. Разрешите идти? Иди. Нет, погоди! Скажи, а ты... Ты любил когда-нибудь? Как же без этого? Кого же? Какая подвернется, ту ее и любишь. Наша дева матроска, на брасах не зевай. А, ну тебя к черту. Слушаюсь. Как вдруг, очнувшись, казначей, внимание просит у гостей и просит важно позволение лишь талию прометнуть одну, но с тем, чтоб отыграть имение или проиграть уж и жену. Как? Ты видишь? И жену еще. Здрасте. Прошу. Разрешите, Вера Сергеевна? Вы сегодня как на параде, Степан Дмитриевич. Это по случаю воскресенья? Увы, это последнее воскресенье, что мы вас видим на судне божественной, Вера Сергеевна. Прошу вас. Благодарю вас. Степан Дмитриевич, может, чаю или рюмочку? Спасибо, нет. Угу. Еще 2-3 дня, и корабль наш осиротеет. Вам не жаль нас покидать? Никого? Не жаль? Напротив, всех жаль. Все так баловали меня своим вниманием. Но вы не заметили, что с моей стороны было нечто большее, чем простое внимание? А как же, я видала вашу доброту и заботливость, и я вам очень благодарна. Не совсем то. Далеко не то. Вера Сергеевна, здесь все гораздо серьезнее из области, так сказать, чувств. Не скрою, и мне показалось, что я был отмечен вашим расположением. Не конфузьтесь, пожалуйста, Вера Сергеевна. Я же не мальчик. Я человек солидный и пришел сюда с очень серьезными намерениями, Степан хорошо Дмитриевич. Обдуманными. Давно собирался я насладиться счастьем семейной жизни, так сказать, гименеевых чувств. Дорогой Степан Дмитриевич. Смею надеяться, и вы после тяжких испытаний захотите тихой пристани и осчастливите одинокого моряка, давший слово быть его другом и женой. Вы молчите. Ну, так протяните же вашу прелестную ручку, знак согласия. Я не согласна, Степан Дмитриевич. Как нет? Значит, вы отказываете? Как видите. Нет, ну, может быть, это нерешительно, вы подумаете и... Нет, это решительно, Степан Дмитриевич. И в одном вы попали в точку. Я действительно хочу пристани. И как можно скорее. Ну, в таком случае, извините. Я, признаться, надеялся
Что ж, ошибся. Я надеюсь, Вера Сергеевна... Да-да, конечно. Все останется между нами, не волнуйтесь. Дай Бог вам счастья, Вера Сергеевна. Честь имею. Судьба моя в ваших руках. Совсем по-американски. Не думала, что моряки так торопливо решают и свою, и чужую судьбу. Что ж, позвольте мне откровенно. Я не могу упрекнуть себя в том, что дала вам повод так ставить вопрос. Но коли вы его задаете, примите мой простодушный ответ. Я ваших чувств, к сожалению, не разделяю. Это решительно, Вера Сергеевна? Решительно. Тогда позвольте последнюю просьбу. Прошу похоронить наш разговор. Будьте покойны. Я останусь с разбитым сердцем надолго, Вера Сергеевна. Надолго. Надеюсь, не более, чем на неделю. Вы смеетесь? Что ж, смейтесь. Но поверьте, я не похож на других с их стишками и безумной любовью в каждом порте. В Шербуре. В Лондоне. Честь имею. А какие-нибудь еще будут приказания, Анна Егоровна? Никаких. Ступай. Слушаюсь. Добрый вечер, Вера Сергеевна. Добрый вечер. Угадать-то какая. Скорей бы берег. Скорей бы. Уж больно эти моряки. Влюбчивые ты хочешь сказать? Влюбчивые, влюбчивые. Их можно понять. Особенно этот мичман. На глазах прямо исхудал. Пойдем-ка вниз, Аннушка. Пойдемте. Уже уходите, Вера Сергеевна? Иди, Аннушка, я сейчас. Нет. Позвольте вашу руку на прощание. Какие у вас руки, Вера Сергеевна? Какие? Как у перчаточницы из Шербура? Или у красавицы из лондонского казино? Кто вам это сказал? Ах, не все ли равно? Приятного вечера, ветреный юноша. Подлец. Прошу курить, господа. Барометр-то падает, Степан Дмитриевич. Как бы к ночи не заштормило. К этому идет. Пожалуй, так и не дотянем до конца нашего счастливого плавания. Да. Пойти взглянуть.
Какой прекрасный звук. Вы очень музыкальный, Владимир Алексеевич. Да отвяжитесь вы от меня. О. Вот ответ истинного джентльмена. И ты заткнись. Господа, господа, Владимир Алексеевич, что вы себе позволяете? Щенок. А ты? А вы предатель и жалкая сплетница. Что вы наделали? Владимир Алексеевич, он так этого не оставит. Пусть. Вы должны немедленно извиниться. Этого еще не хватало на военном судне. Вы слышите меня, Владимир Алексеевич, слышите? Вы должны пойти и извиниться! Вестовой! Да, ваше благородие. Мичман Воронцов. Слушаюсь. Сознаю, что нанес вам оскорбление. Готов принести любое удовлетворение или даже смыть собственной кровью. Только кровь. Сегодня на второй склянке после полуночи в артиллерийской палубе. Анюшка, пойди сюда. Чё? Мичмана на полу нашел. Что значит? А это брат. Значит, дуэль. Второй склянки после полуночи. А когда это? Вот-вот, Вера Сергеевна. Вторая склянка выходит. Ах, боже мой. Скорей беги. Разбуди штурмана Ивана Ивановича. Анушка, одеваемся. Прежде чем стреляться, я хочу принести свои извинения, Дима. Струсил? О чем ты? Я готов. Но предупреждаю, стрелять буду в воздух. Поскольку я виноват. Ну и глупо. Лично я буду целить прямо в твой медный лоб. Как вам угодно. Я к вашим услугам. Стреляем одновременно на счет три. После второй склянки. И не скаль зубы. Я не шучу. Не будем ссориться перед смертью, Дима. Я готов. Ждем.
остановиться! Сдать оружие! Безумцы! Как старший по званию требую остановиться! Сдать оружие! Дело не окончено, нам помешали. Это еще что такое? Под суд захотели? Сейчас же доложу капитану. Сдайте оружие! Мы вдали от отечества, нас маленькая горсточка. Мы должны избегать ссор, чтобы плавание не стало каторгой. А вы дуэль? Да я 40 лет на флоте не слыхал ни о каких дуэлях на судах. А вы? Каково это быть убитым? А каково это убить, товарищ, причинив страшное горе родителям? Вы об этом-то подумали? Нехорошо. И под Андреевским-то стягом позор на весь экипаж, на капитане пятно. Нехорошо-с. Очень нехорошо, голубчики. Не ожидал от вас, Дмитрий Олегович, не ожидал. Так, марш по каютам, петухи. Капитану на сей раз не доложу, но и вы ни слова, ни полслова. Идите, проспитесь. Вам через 3 часа на вахту, Владимир Алексеевич. Не забыли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот позор, а? Вот позор так позор. Что за шум-то, Иван Иванович? А, Евграф Иванович, извините, спите спокойно. Матросню распекал. А. Точнее держать по курсу. Есть, точнее держать.
Слава богу, еще легко отделались. Цветкова ко мне! Цветкова к капитану! Какой позор! Какой позор! Срам! Прозевать шквал на военном судне! Потерять парус! Какой же вы морской офицер? Понемичен! А прачка! Прачка-с! Прошу не кричать и не ругаться! Молчать! Перед капитаном! Я собью с вас эту фанаберию! Я научу вас, как служить! Ишь, выискался! Шаркун! Дамский угодник! А вы бешеная собака! Отправляйтесь под арест, Владимир Алексеевич. Мичман Бобров, принять вахту. Есть. Вступайте, Владимир Алексеевич. Машины доложить о готовности. Вот и добрались с Божьей помощью-то, а, Вера Сергеевна? Признайтесь, Иван Иванович, рада, что я уезжаю? Признаюсь, да. Хоть вы, Вера Сергеевна, женщина умная, деликатная, комильфо во всех отношениях, но как-то жили мы без вас, милая барыня, спокойно, мирно, волновались только по службе, а теперь… Да разве я виновата? Я, кажется, никому не давала повода. Пошел наверх! Да никто вас и виноватой не считает, кроме той вины, что Господь создал вас такой хорошенькой. Вы посмотрите, что происходит. Все ведь с ума посходили. А Цветков сумасшедший. Хорошо, что под арестом не было бы счастья, да несчастье помогло. А то увязался бы за вами чего доброго. И сам бы под суд, и вашу жизнь погубил. Никогда больше не поплыву на военном корабле. И правильно сделаете. Стоп, так, верим! Пойду, пора собирать вещи. Ну, Христос вас храни. Машина малый ход вперед исполнять. Ешь, малый ход. Ты подожди. Мичману Цветкову. Слушаюсь. После того, как мы уедем. Слушаюсь, барыня. Позвольте обратиться, ваша грудь. Барыне приказали вещи доставить. И на берегу помочь. Решить ехать с катером вас вырвать. Слушаюсь. Позволите, Вера Сергеевна? Барыня,
Письмо передали. Велели вручить после их отъезда. Но я... Благодарствую. Решите идти? Погоди. Кликни сюда гардемарина Литкова. Слушаюсь. Прощайте, милый Владимир Алексеевич. Я рада, что мы не увиделись при расставании. Иначе мне пришлось бы признаться, что и я была чуточку влюблена в вас. Прощайте же, ветреный юноша. И не хмурьте брови. Вам это не идет. Надеюсь, ваша болезнь пройдет через 2 недели в ближайшем порту. Просили, Владимир Алексеевич. Васенька, выручай. Передать на берег. Угу. Торопись.晚上好。你好。I need to see Mrs. Clark. Room 3. Владимир Алексеевич, что это с вами? А вы к Вере Сергеевне? У нее гость. Гость? Лучше бы... Хорошо, я подожду в саду. Okay.
Вера Сергеевна, только я прошу вас... Не волнуйтесь, это останется нашей маленькой тайной. Аннушка, проводи Петра Никитича. Будьте счастливы, Вера Сергеевна. До свидания. Бежали из-под ареста. Зачем? Что вы хотите? На что вы надеетесь? Я не прошу любви, я только молю не прогонять меня. Позвольте мне быть где-нибудь поблизости от вас, чтобы только видеть ваше божественное лицо, слышать ваш голос. О, Боже, ну что мне делать с вами? Послушайте, Владимир Алексеевич, ваше чувство скоро пройдет. Это не любовь, это болезнь. И она скоро пройдет, как проходит всякая легкая болезнь. Во мне уже нет свежести чувства. А вы совсем юный. Юный сумасброд. Но вспомните, сколько раз вы клялись в любви. То была не любовь. А что же? Так, ерунда. И теперешнее будет тем же. Одумайтесь, Владимир Алексеевич. Ваша служба, карьера. Позвольте мне ехать с вами. Я не подойду к вам, если вы запрещаете. Я буду только издали смотреть на вас. А это разве несчастье? Нет. Я не могу допустить этого безумия. Я не хочу, чтобы вы ехали. Слышите? Встаньте, Владимир Алексеевич. Встаньте. Теперь я вижу, что вы меня по-настоящему любите. Но я потребую от вас испытания. Как вы хотите. Хоть головой в океан. На это способен каждый безумец. Нет, я прошу испытания серьезного. Что угодно. Подождите 6 месяцев. Это недолгий срок. Мы будем переписываться. Если вы будете так же любить меня... Что тогда? Тогда являйтесь ко мне и посмотрим. Быть может, я... Соглашусь выйти за вас замуж. Господи, какое счастье! А теперь пойдите прочь. И вот вам на прощание. Скоро рассвет. С Богом.
Адмирал дома? Никак нет, ваше благородие. Отъехали в клуб. Егоров, ты же моряк. Так точно, ваше благородие. Матросского звания. А что ж ты вырядился, как чучело? Так барыня велели. Не любят они нашего брата матросиков. Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Ступай, Егоров. Как вы сегодня очаровательны, Нина Марковна. Ну, тише, тише, сумасшедший. У меня гости. Какая нелегкая их принесла. Тише, Володя. Идемте к гостям. Будьте умницей, Володя, и ведите себя правильно. Прошу любить и жаловать, господа. Друг нашего дома, лейтенант Цветков Владимир Алексеевич. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Алексеевич, знакомьтесь, моя московская кузина Вера Сергеевна Муромцева. А вы что, знакомы? А как же? Имели удовольствие совершить бурный переход через океан 2 года назад. Незабываемое путешествие. Не правда ли, Владимир Алексеевич? Вы уже лейтенант. Поздравляю. Позвольте вас познакомить с моим мужем. Федор Васильевич, ну что вы в углу, как медведь? Встаньте. Лейтенант Цветков. Рад познакомиться. Господа, прошу всех к столу. Федор Васильевич. Благодарю. И вы. Пойдемте. Я вижу, вы окончательно выздоровели, Владимир Алексеевич. Выздоровел? Ну да. Я же сказала, что ваша болезнь пройдет через 2-3 недели. Или забыли? Нет, я ничего не забыл. Вы ослепительны. Ни слова больше, ветреный юноша. Знаю я вас теперь, моряков. Thank you.